Здравствуйте, Сергей. Это видео про ваш переходничок КПАН с одуванчиком для объектива ТР-3С. Сейчас я вам покажу, как это все устанавливается. Сначала берем, аккуратно устанавливаем переходник, совмещаем красную точку и средний контакт одуванчика на адаптере с белой точкой на камере. Против часовой стрелочки поворачиваем до щелчка. Вот, как видите, я запрограммировал фокусное расстояние 300 мм и диафрагмы от 4,5 до 22. Затем аккуратно берете этот тяжелый объектив. Ставите его на адаптер, ориентируете. Можно камеру приложить таким образом. И затягиваете винты на вашем адаптере. Таким образом мы установили. Все в одуванчике меняется диафрагма. И, соответственно, диафрагма, как вы уже, наверное, разобрались, меняется на самом объективе. Вот. Придерживайте всегда за объектив, потому что он очень тяжелый. Если держать за камеру без штатива, то он может еще и выломать байонет из камеры. Поэтому будьте очень аккуратны. Вытаскивать объектив из камеры вместе с переходником по часовой стрелочке очень аккуратно, чтобы не выломать контакты одуванчика. Вот видите, и с таким же образом можно потом вставлять тоже. Все делается очень аккуратно на весу. Повернули, вставили. Также очень аккуратно держим камеру, держим объектив. Повернули, вытащили. Очень-очень аккуратно, чтобы не сломать ни в коем случае контакты одуванчика. Будут вопросы, пишите, звоните, всегда расскажу. Сейчас я его сниму, упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.